Всем привет, ребят! И сейчас я еду в салон Шульц за уходом по волосам. Итак, ребят, тут не моют голову, шампунь от Kérastase и бальзам в роте, как тоже от Kérastase, это я не знаю, потому что не видела. Она упала. Не мотайте головой, называется. Что-то меня надевают какую-то непонятную штуку. Это моя мама. Моя мама. Арабская мама. Ты мне браслет спасла. Одевай. Да подожди, жди. Тут мне расчесывают голову, девочки. Тут я занимаюсь какой-то вообще непонятной хренью, да я не знаю, что я тут делаю. Так сказать, я Лунтик и родился. Угу. Ребят, мне уже все сделали, мне все очень нравится, а также я взяла с собой такие небольшие маски для волос. Также я хотела вам очень сильно рассказать, что же лежит у меня в этом прекрасном пакетике от Kérastase. Давайте мы с вами откроем. Первое, это у нас такая вот маска от Kérastase для волос. Очень хорошая штука, мне нравится. Минусов у нее в принципе нету. И дальше у нас идет это такой термокрем. От Kérastase тоже. Тоже очень крутая, полезная штука для волос. Хочу сказать, что мне все понравилось. Все было замечательно. Все прекрасно. На этом у меня все. Поэтому всем пока.